что, пойдем прогуляемся. Это самолет Ту-104А, рабочая лошадка Аэрофлота. No.
аутентичную лестницу советскую. Сейчас включим движки и полетим. Самолет нас дожидается. You are welcome. Ну что, видите? Просторные салоны были раньше в самолетах. Запашок-то какой здесь. Самый что ни на есть советский запах. Пойдемте в кабину пилотов, нам уже пора взлетать. Что за нафиг? Почему дверь не закрыта? Вот я как первый пилот полечу. Самое что ни на есть кондовая советская техника. Там место штурмана. Но я туда не полезу. Ну вот, уровень головы первого пилота. Вот так он видит все это. Если повернуть голову вправо, там сидит второй пилот. Так, ну чё, сейчас керосин заправим и полетим. Видите, спецтрап исключительно для нас. Звуки-то какие? Как старое доброе время при Леониде Ильиче Брежневе. Вон Ту-154, чуть левее Ил-18. Вон Ту-154 из всех самый красивый самолет, на мой взгляд. Вон, видите, Cessna летит. Здесь летное училище в Ульяновске находится. Вот они учатся летать. Звук родных турбин 154 ни с чем не сравнишь. Thank you.
Вон Ту-144. Сверхзвуковой самолет, авиалайнер, который почил в Бозе по множеству причин. Военные стоят, МиГ-25 и прочие. Там и 86. Авиакомпания Атлант-Союз. Як-40, Волга-Днепр. Як-42. Авиакомпания Карат. И другие самолеты. Приезжайте. Сами посмотрите все это своими глазами. Это Ан-2.